Я не знаю, может быть, какие-то вопросы есть по поводу. Эта выставка собралась с разных работ там, за 5 лет. То, что можно было показывать. Небольшой такой зал, поэтому приходилось небольшие работы каменные показать. Приятно удивило то, что совершенно нормально, совершенно воспринимается здесь мои фантазии. Хотел еще скульптуру показать, но здесь как бы сложность по поводу того, что здесь как бы мало места. Интересно было просто посмотреть. Ну, в общем, если есть какие-то вопросы, я тут все сказал, что там висит. Больше-то у меня такого ничего нет, чтобы вам добавить. Я рад, что вы все пришли. Вот. Надеюсь, что понравится. Кому не понравится, я с удовольствием выслушаю. Ничего. Я, пожалуй, все. Вопрос можно? Можно. С латенью все работают? Не, ничего. Я придумал, наверное, за жизнь свою 1700 написал. Здесь, конечно, меньше. Они часть ушли и не вернулись, продались и разъехались по всему, скажем так, почти миру. Так что вот то, что мы имеем, так вот я собрал, в пределах 50 картин у меня есть. Ну вот все, ребят, спасибо, что пришли. Поздравляем!